Давай, держи. Это Макс. Это сумки на Максе. Выступает. Не хочешь нести сумки? Сложно. Сложно? А что тебе сложно? Тяжело. Ах ты, вот весь Ютуб теперь узнал. Сейчас в реку улетишь. Ага. Давай сейчас я достопримечательности сниму. Вот это и есть наш центр города. Вот он. Как бы крестом. Четыре стороны. Мы идем с одной, вот туда вторая. Автобус едет с третьей. И туда четвертая. Вот он крестик. И светофоры центральные. Дома такие старинные. И вот наша достопримечательность — это река Трубеж. Я ее как-то уже показывала во влогах. Уточки. Где? Вон там. А, да, вот там будут уточки. Как раз мы несем уточку одну. Вот они. Ну и по берегу растут ивы. Вот это большое почтовое отделение, где я получаю Эйвон. И вот после МТС там дальше фикс прайс. А тут мост. Вот такой мост. Это Макс с сумкой. Вот тут завод Лид. И очень красивый парк у него с голубыми елями, с красивыми фонариками. Мост у нас новый. Не так давно его сделали. Очень красивые сделали вот такие вот спуски к реке. Раньше тут можно было только на попе в реку катиться. А сейчас так прямо все красиво, цивилизованно. На той стороне камыши, я не знаю, будет ли их видно. Ну да, видно. Красиво. Ну и, собственно, снова Макс с сумкой. Ну ничего, сейчас фикс прайсе мы деньги дотратим и довольны, и пойдем домой. Обзор покупок, наверное, я сниму отдельно. Давайте так вот покажу немножко наш центр города. Сейчас перейдем на ту сторону, а Макс шевелится. Максим, следи за... Максим, торопись, автобус. Хорошо. Сейчас мы покажем реку с этой стороны. Мост, когда его убрали, он был весь разрушен, не было вот такого заграждения, и машины у нас улетали прямо в реку. Много было таких случаев. А сейчас уже такая прям безопасность. Идешь и спокойно себя чувствуешь. Ну и вот сама река. Так же с уточками. Правда, цветет. Мало чистят. Уточки тут вообще обнаглевшие, они много. И много хлеба кидают, и тут прямо целая семья. Максим, далеко не пойдем. Там, конечно, вот за этими деревьями. Вот за этим. Очень красиво сделано. Лавочка такая, дерево для влюбленных, на которые вешают замочки свадебные. Пары. Вот. Тут кафешечка такая маленькая. Сам город. Это завод. Вот эти старые здания — это школа. То есть здание действительно очень-очень старое, и в ней школа. Раньше она называлась Ленинская. Там плавают рыбки. Ну да, там плавают рыбки. Видишь?
знаю, увидим ли мы с вами рыбок. Ну да, видно, да, что плавают рыбы. Видите? Прямо много-много рыбы. Сейчас утки их будут ловить. Ну, утки здесь жирные, потому что рыбы действительно много. Плюс их хлебом подкармливают. Вон их сколько. Кругом на обоих берегах их много-много. Рыбы у нас много. Эта река впадает в наше озеро Плещеево. Кстати, очень красивое место, где она впадает. Но это отсюда минут 30, наверное. Ну, поменьше, конечно, минут 20. Что, Максим? А? Чего? Я подозвать попросила. Рыбки там плавают. Максу рыбки впечатлили. Ну, надеюсь, нам интересно тут на рыб смотреть. Видите, там внизу? Ну, видно их. Пример таких мы поймали с Вовой, когда были в Киме. А посмотри, там букмекерский клуб. Ну ладно, пошли в фикс прайс, а то у нас будет с тобой влог слишком огромный. И у нас все уснут на нашем влоге. Вот мы идем уже по этой стороне, ближе к фикс прайсу. Я пошел через лес. Макс, пока. Пока. Сейчас зайдем в фикс прайс. Посмотрим, что там интересного. Я у Катюшки Потяковой видела маски для лица интересные. Есть вход. О, Макс вылез. Привет. Привет. Я думала, фикс прайс без тебя уже пойдем. Да нет, там был вход все-таки, я заметила. Ну давай, открывай мне двери. Хорошо. Ну все, держите меня. Нет, тебя можно не держать, у меня денег мало. Теперь нас держит кошелек. Теперь, говорю, у нас держит кошелек. У нас все равно и сам. Самая лучшая защита от лишних покупок – это взять с собой немного денег. Да. У тебя на кассе отнимут все, что было лишним. Да. Максим, посмотри, есть с ключиками ящики? Да. Давай сумки туда. А? Давай. На, складывай. Только кошелек не синий, достань. Не урони, там свечка. А здесь достань синий кошелечек. Хорошо. И, наверное, телефон тоже достань. Ага. Максим, смотри, это простоквашино за 50 рублей, а там было дороже. Что? Простоквашино, вижу. Магнит косметик за 70 с чем-то, да? Угу. Это за 50. Ну там было мыло, да, а тут средство для купания. И оно было чуть-чуть по-другому нарисовано. Ну да, там другая упаковка. Ну, картинка другая, но фирма на две этажа, да. Ну да, нет. Чего не хочется? А, чего-то тут сегодня пусто, неинтересно. Макс, нам с тобой нужны горшки для кактуса. Понятно. Может, кактусом купить горшочек? Давай. За прелесть. Угу. Прямо такая вот резиновая. Тоже не хуже кружка. Да, очень красивая. В фикс прайсе, конечно, в два раза дешевле многие вещи. И в два раза круче. Круче. А чего ж ты там хватал чашку? Ой. Круче. Смотрите. Он с Angry Birds кружечки симпатичные. О, прикольно. Мне нравится Боб, Чак и Ред.
выпитая. Что я хотела, не нашла. Маски, правда, я нашла для лица. А вот разукрашку хотела на черном фоне такую скребочком скрипсти. Не нашла. Кстати, вот эти вот пиалки очень классные. И я для них взяла вот такую вот подставочку. Ой. Очень они удобно теперь стоят. Максим, не трогай, а то они так наклоненные. Видишь, уже как будто падали. А, да, уже кстати, ага, разбитые. Поэтому пошли, а то сейчас скажут, что это мы уронили. Будем еще платить. Потому что так волнительно смотрим на них. Да. Кружки. Отдел с кружками. Похожие, на которые мы выбрали там. Вот это. Смотри. Ну что ж, моя Лисма. Похоже на то, надо. Похоже на то, которое мы выбрали. Да, вот смотри, 50 рублей. Очень похожи и не хуже. Ага. Так смайлики там. Угу. Так. Ну что ж, это Лисма взяла. Где тут точек гнезда? И я хотела еще макароны. Говорят, тут есть еще щебекинские, но что-то я в наших щебекинских-то и не вижу. Ну, давайте я уже закончу. Максу понравилась такая тарелочка. Наверное, я закончу сейчас снимать. Уже дома покажем, что мы купили. Вышли мы из фикс-прайса. Пакетов стало еще больше, покупок тоже больше. В фикс-прайсе у нас сумма чека, да, где она, 758 рублей получилось. Много чего купили. Ну, сейчас сели на остановке. Должен подойти автобус в нашу сторону. Надеюсь, по крайней мере, я. Потому что идти неохота. Макс хвастается. Ну что, довольный? Купил себе пластиковую такую кружку, которую можно брать с собой. А мне кажется, это соковыжималка. А, еще даже соковыжималка. Ну, какая-то контейнер. Или фильтр, или соковыжималка. Ну ладно, дома разберемся. Ну, дома уже покажем, что же мы купили, потому что два больших пакета с двух магазинов получилось. Но нам надо еще в продуктовый зайти и купить кое-что покушать.